человек Сентул опубликовал в социальных сетях свою новую фотографию. И этот снимок, надо сказать, привел в недоумение его подписчиков. Кирилл Терешин рассказал, что ему пришлось удалить руки-базуки. Новую песню Марьяны Ро слили до релиза клипа. Годнота? Ставь лайк на это видео, и ты узнаешь всю правду. Но перед этим... Пародии на Вилсаком, Versus, LED, а также другие трендовые видосы и скетчи вы можете найти на канале Sketchuness. Давайте поможем ребятам набрать подписчиков на их канале. Ссылка в описании. Всем привет! Вы на канале YouTube Тренды. Я Кирилл Терешин, мне 21 год, и я влил в себя 6 литров синтола. Кирилл Терешин из Пятигорска, который больше известен как синтоловый качок, рассказал на своей страничке ВКонтакте, что ему удалили руки-базуки. В качестве доказательства 21-летний парень разместил фотографию, на которой видно, что его бицепсы значительно уменьшились. Фотография сразу разлетелась по пабликам ВКонтакте. Пользователи особо позабавил тот факт, что помимо полотенец на его руках были завязаны пакеты. Наверное, это скрытая реклама магазина «Пятерочка». Уже через пару часов об этом рассказали по федеральному ТВ. Мир сходит с ума. Все сразу задались вопросом, это правда или очередной вброс? Напомню, ранее в Инстаграм Терешин уже заявлял, что руки-базуки отваливаются, но позже запись была удалена. Терешин ожидал получить поддержку от подписчиков, но был разочарован. Большинство комментаторов очень ждут, когда же наконец базуки ампутируют. Зная этот факт, мистер Синтул решил подыграть аудитории и сделал новый инфоповод, на этот раз с удалением Синтула с рук. Но через несколько часов запись также была удалена, а позже выложена новая, где Терешин утверждает, что с руками все в порядке. Юный хайпажор не учел тот факт, что фотографии со стены сохраняются в общем альбоме его страницы ВКонтакте. Видимо, такие вбросы связаны с тем, что ему заблокировали Инстаграм, и нужно вновь привлечь внимание и поднять активность. В очередной раз он всех обманул, а ты поверил, что он удалил руки-базуки? У парня явно какие-то психические отклонения. Скидываемся на лечение. Давайте наберем 30 тысяч лайков. Скажи, пожалуйста, до своего хайпа на что ты жил? До своего хайпа? Ну, на деньги. Ну, откуда ты? Ну, я работал в охране, допустим, в МВидео-магазине. То есть рабочий день ты приходишь и тупо стоишь весь день? Нет, там час стоишь, час отдыхаешь. Теперь Кирилл помешан не только на синтоле, но и на популярности. Ему хочется, чтобы о нем говорили, приглашали на ток-шоу и делали новые мемы. Ведь это приносит ему прибыль. В одном из интервью он признался, что за месяц ему удалось заработать 1 000 000 рублей. За весь период хайпа, грубо, сколько ты заработал? Около 1 000 000 рублей. Ничто не заставит фрик-блогера избавиться от источника его прибыли. Врачи утверждают, что Терешина ждет инсульт, воспаление или отказ рук и даже ампутация. Это уже похоже на сюжет ролика «Знакомьтесь, Боб». Но у этого паренька всего одна жизнь, и второй попытки ему никто не даст. В планах у Терешина продолжить трансформацию своего тела. Грудь 4-го размера, плечи овальные, здоровые, на все тело абсолютно забить 3D-татуировки с фосфором, чтобы они светились именно. Очевидно, скоро его слава пройдет. Так было с Дианой Шурыгиной. Даже Алина с канала Like TV Show уже терпит отписки. Но есть блогеры, которые всегда в центре внимания. Уже год прошел, как Марьяна Ро рассталась с Ивангаем. За это время она успела устать, снять десяток рекламных интеграций и со спокойной душой уйти в музыку. Больше месяца она была занята созданием своего нового клипа. И вот сегодня он вышел на ее канале. Клип снят хорошо, но вот песня меня не зацепила. Все-таки песни блогеров уже слишком приедаться стали. Фанаты хорошо оценили клип, но и хейтеры уже успели обвинить текст песни в излишнем ЧСВ. А тебе понравилась песня? Или это полный провал? Жду твое мнение в комментариях. Кстати, за пару дней до релиза клипа ее песню уже кто-то успел слить в аудиозаписи ВКонтакте.
Остается гадать, это намеренный слив, чтобы поднять ажиотаж клипа или в ее команде появились предатели. Хейтеров у Рожковой всегда хватало, сейчас ее ничего не остановит. Глазом не успеете моргнуть, как новая певица заявит о концерт-турах, где она с Фейсом будет ронять Запад. А пока давай ронять YouTube, ставь лойс и делись этим видео ВКонтакте. Не забывай подписываться на канал, будь в тренде и пока!